Карачаево-Балкарский, аланский народ, проживает в двух регионах России – в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Общая численность – около 350 тысяч человек. Говорят на одном из тюркских языков, а значит, в целом могут понять еще 28 народов России. Карачаево-балкарцы – народ воинов и ученых, поэтов и спортсменов. На сегодняшний день они первые в России по числу людей с высшим образованием на душу населения. Эльбрус – самая высокая точка Европы и России, окрестности которого являются историческим местом проживания народа. Название горы переводится как «страна барсов». Раньше там обитали эти прекрасные животные. Но этот край удивит вас не только крутыми вершинами, но и множеством бурных рек, водопадов и высокогорных озер. Их количество здесь исчисляется сотнями. Местная земля богата природными ископаемыми, драгоценными и полудрагоценными камнями и металлами, мрамором и гранитом, запасы которых невозможно подсчитать. Одним из традиционных видов ремесла у карачаевцев и балкарцев является вязание. Сегодня то, что делают мастерицы и производят на местных фабриках, одевает более 40% россиян. Изделия из войлока пользуются популярностью не только на Кавказе, но и далеко за пределами России. Карачаевцы и балкарцы издревле занимались животноводством, поэтому шашлык, приготовленный из карачаевской барашки, вкусный и полезный. А если его запить айраном, замешанным на местной минеральной воде, то здоровье на долгие годы обеспечено. Лошади карачаевской породы, благодаря своей выносливости, вместе с пограничниками охраняют границы нашей родины. Карачай, Балкария – это еще место для всесезонного туризма. Любители зимнего и летнего отдыха в горах прекрасно проведут время в Приэльбрусье, Архызе, Домбае, Чегеме и Тиберде. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч людей. И это неудивительно. Солнечных дней в этих местах более 300 в году. Добро пожаловать в этот чудесный край!